Привет, друзья и гости моего канала! Смотрите, какой классный пушистый свиненок у нас появился! Это морская свинка, а зовут его Перец. Это новый друг нашего Кекса. Морские свинки очень любят компанию, очень любят друзей. Им жить в одиночку очень сложно и очень грустно. Вот и Кексу было с нами немножко сложно, было грустно. Он больше лежал, больше кушал и ничем активным не занимался. Зато теперь у него появился друг. Они бегают, шумят, хрюкают и издают очень интересные звуки, которых раньше я даже и не слышала. Я очень переживала, как Кекс воспримет нового друга, нового малыша. Сначала они бегали, прыгали. Мне даже показалось, что они немножко ссорятся. Но теперь я вижу, что они подружились, что им весело. Они вместе спят, прижавшись друг к другу. Одним словом, с другом веселей. Я давно мечтала о длинношерстной морской свинке. К сожалению, в ближайших районах я здесь ничего такого не нашла. Объявления просматривала регулярно, но в основном попадаются короткошерстные свинки, гладкие. А этот кроха жил в Каунасе. Боюсь сейчас точно соврать, это около 120 километров от нас. Заметила я его давно, как просматривала объявление. Очень он мне понравился. Но ехать в такую даль, я боюсь, что муж меня не понял бы. И тут моя знакомая, которая знала, что я ищу морскую свинку для своего Кекса, написала, показала ту же фотографию, предложила то, что она сможет привести его, потому что она как раз ехала к тем людям купить морскую свинку для своих в компанию. Очень я обрадовалась этому, знала, что малыш доедет, хорошо доедет, будет в хороших, надежных руках. И одним словом, вчера утром этот кроха уже был у нас. У нас на улице есть большой вольер. Раньше он служил для выгула цыплят, а теперь иногда в нем гуляют кролики, а вчера гуляли и морские свинки. Очень удобно. Много места, травка, свежий воздух. Свинкам очень понравилось. А также помогло им немножко сплотиться, сдружиться. Незнакомое место. Им очень понравилось. С трудом я их к вечеру выловила. А это вот клетка моих крошек. Они вдвоем здесь живут. Закончилась травка. Обязательно сейчас пойду принесу. Мои дети тоже в восторге от общения с этими животными. Им понравилось то, что они могут взять морских свинок на руки, погладить, а свинки лежат довольны и терпеливо. Одним словом, это идеальное животное для деток. Ну и, конечно же, для нас, взрослых. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, кто не подписался, и увидите много-много всего интересного. Пока-пока!